смотрите городские новости Челябинск в деталях. В студии Вячеслав Хватутин. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сегодня ему исполнилось бы 16. В Копейске открыли мемориал Диме Новоселову, спасшему двух детей ценой собственной жизни. О тюремном заключении речь не идет. В Челябинске судят мужчину, который зарезал жену на глазах у двоих детей. Санитайзеры и никаких массовых мероприятий. Очередной коронавирусный учебный год пройдет по привычной схеме. До 20 августа горожане смогут увидеть в небе метеоритный поток Персеиды. Пик активности начнется в ближайшее время. Очередной коронавирусный учебный год в челябинских школах пройдет по привычной схеме. Утренний фильтр, санитайзеры и никаких массовых мероприятий. С тем лишь отличием, что педагоги не будут массово уходить на больничный. Половина из них уже привита от ковида. Подробности прямо сейчас. Под открытым небом можно, в актовом зале запрещено. Будут ли 1 сентября линейки, зависит от погоды. Массовые мероприятия, в том числе с родителями, разрешены только на улице. Сам учебный год пройдет по обкатанной схеме – термометрии, санитайзеры и дополнительная влажная уборка. Расписание звонков по-прежнему будет плавающим, а покидать класс школьники смогут только на спецпредметы – физику, химию, физкультуру. Педагогов к началу учебного года усиленно вакцинируют. Чтобы не повторилась у нас ситуация октября, особенно прошлого года, когда вот после сентября, после начала учебного года, всплеск заболевания, который у нас был, не позволял организовывать обычный очный режим обучения. В ряде случаев нам приходилось переходить на дистанционное обучение. Вот на сегодняшний день начали вакцинацию более 34 тысяч работников образовательных организаций. Закончили вакцинацию уже, то есть получили первый и второй компонент, более 28 тысяч. 34 тысячи – это примерно половина всех сотрудников школ. К 1 сентября Минздрав и Минобр надеются эти цифры подтянуть. Впрочем, учителям-антипрививочникам никакие дисциплинарные меры не грозят. В регионе пока нет постановления об обязательной вакцинации. И директора школ не могут отстранять сотрудников от работы. Хотя это может вызвать определенные сложности, ведь света в конце ковидного тоннеля до сих пор нет. На сегодняшний день ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции оценивается как неблагополучная в связи с тем, что рост продолжается. У нас с июня отмечается очередная волна подъема заболеваемости. И, к сожалению, пока что нет никаких данных в пользу снижения в ближайшее время. Впрочем, даже при таком раскладе Роспотребнадзор спокоен. Говорят, система безопасности для образовательных учреждений отработана. И не только на ковиде, но и во время других эпидемий. Благодаря ей в прошлом учебном году удалось избежать крупных вспышек коронавируса среди учеников. В статистике заболевших школьники составили всего 11%. Александра Мыльникова, Урал-1. Член Совета при Президенте России по образованию и науке высоко оценил разработку и реализацию южноуральских программ. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева вместе с губернатором Алексеем Текслером посетили несколько учебных заведений города. Знакомство с образовательными учреждениями Южного Урала начинается с Челябинского госуниверситета. Экскурсия по зданию, рассказ о достижениях и презентация будущего межуниверситетского кампуса, который станет уникальным образовательным центром мирового уровня. На площади 126 тысяч квадратных метров расположатся объекты для научной и исследовательской деятельности с созданием 5 тысяч мест для размещения и проживания педагогов, студентов и ученых. Те направления, которые мы планируем развивать, это и новая энергетика, и экология, ну и, конечно, будет целое направление, связанное с развитием робототехники, различных направлений IT, естественно, искусственный интеллект и так далее. Следующий объект не менее уникальный – детская филармония. Она стала образовательной базой для юных музыкантов региона. После масштабной реконструкции здесь будут заниматься около 200 воспитанников по самым различным направлениям – хореография, хор, симфонический оркестр, джаз. Начинающие музыканты смогут не только учиться у своих наставников, но и выступать с ними на сцене. Кроме этого, мастер-классы можно получить у именитых гостей. Принято решение, что на базе детской филармонии будет школа исполнительского мастерства создана. Это проект, в котором подтвердили свое участие и Игорь Михайлович Гудман с Академии джаза, и Юрий Башмет с программой башметного дарования, и, конечно, Денис Мацуев с программой «Новые имена».
А это одно из выдающихся учебных заведений города. В прошлом году 116-я школа стала призером независимого интернет-голосования «Лучшая школа Челябинска». А в 2017-м внесена в Национальный реестр ведущие образовательные учреждения России. Здесь обучается более 4000 учеников, для которых предоставлено множество объединений доп. Образования. Юный химик, технология деревообработки, изо-студия, журналистика и десяток спортивных направлений. Здесь нет мелочей, каждое из этих направлений важно. И вот то, что сейчас мы посмотрели в школе, это вот часть этой всей инфраструктуры, экосреды, которая позволяет очень серьезные задачи ставить перед образованием, потому что образование – это и есть будущее. Самое главное сегодня – это наши дети, это наше будущее. И, повторюсь, здесь нет мелочей. Еще одна гордость Южного Урала – Курчатов-центр для поддержки и развития талантов детей и молодежи. Один из таких – Герард Измагилов, который создал подводный аппарат «Посейдон» для мониторинга системы добычи нефти и газа. Я же предложил систему, при которой подводный аппарат будет сам находиться под водой и автоматически передвигаться вдоль нефтепровода. И с помощью камеры, которая находится на нем, и компьютера, который будет обрабатывать видеопоток, он будет распознавать коррозию металла или искать на нем определенные опасные объекты. То есть, например, если мы говорим про южные районы, да, то при шторме затонула лодка и упала прямо на нефтепровод. Это очень опасно, может вывести из строя большое количество скважин и нефтепровода. А с помощью подводного робота моего можно будет сразу же найти эту проблему. Участие во всех проектах для детей бесплатно. Здесь несколько лабораторий по биологии, химии, физике. Учебные классы оснащены самой современной техникой. За год работы реализовано более 70 программ, в котором приняли участие 14 тысяч ребят из 15 муниципалитетов. В Челябинской области, в Челябинске очень много сильных педагогических профессиональных коллективов. Это аксиома, мы видим победителей, мы видим результаты, поэтому именно в Челябинской области можно показать, что значит хорошая образовательная программа, что значит хорошее решение. Поэтому и кампус, и НОЦ, и региональный центр, работающий по модели Сириуса, и сильные педагоги, и губернатор, который фактически, поддерживая всю эту сеть, фактически реализует социально-экономические проекты, важные для региона, ну, дают, наверное, вот ту насыщенную профессиональную среду ответственных людей, за которые вместе, я так понимаю, с губернатором и правительством области будут все это делать. Это уникальное учреждение создано по модели образовательного центра «Сириус», чей руководитель достаточно высоко оценил разработку и реализацию южноуральских коллег. Елена Шмелева пообещала педагогам и начинающим изобретателям свою поддержку. Наталья Кудряшова, Виктор Щелков, «Урал-1». Челябинским малышам не хватает мест в детских садах. Особенно дефицит ощущается в новых микрорайонах. И это несмотря на то, что ежегодно в южноуральской столице открывается по 10 дошкольных учреждений. Сегодня глава города Наталья Котова оценила ход работ на двух объектах, которые планируют создать в этом году. Из-за роста спроса на стройматериалы график возведения детского сада на улице Хариса Юсупова сдвинулся на 2 недели. Сейчас объект готов всего на 19%. Рабочие завершают перекрытие подвала и приступают к устройству стен первого этажа. Намного лучше дела обстоят на другом объекте. Дошкольное образовательное учреждение на Бейвеле выросло на 3 этажа, обзавелось внутренними и внешними инженерными сетями. Мы уже приступили к вертикальной планировке и устройству фундаментов под веранды. То есть все ведем параллельно. Несмотря на большую разницу в готовности, оба объекта обещают сдать к концу года. Современные детские сады заметно отличаются от предшественников. В новых зданиях используют только пожаростойкие материалы. Тщательно работают над дизайном фасадов и площадок, чтобы те вписывались в благоустройство микрорайона и радовали глаз. Большое внимание уделено микроклимату помещений, в которых пребывают дети. К примеру, у нас во всех детских садах в обязательном порядке на первых этажах идет устройство теплых полов. Это первый момент. Второй момент – повышенные требования к безопасности, как получается безопасности, ну, соответственно, контроля доступа, так и безопасности противопожарной. То есть у нас очень высокие требования, нас очень много инстанций проверяет в этих вопросах. К концу года планируется сдать 4 объекта. По одному детскому саду в Тракторозаводском и Ленинском районах и 2 объекта в Парковом. После ввода их в эксплуатацию туда сразу определят 820 детей из активной очереди. Мы сейчас сосредоточились именно на тех микрорайонах, где это действительно востребовано, все остается актуальным. Это микрорайон Чурилово, микрорайон Академ Риверсайд, затем Парковый, Парковый 2 и Краснопольская площадка. Потребность жителей новых микрорайонов чувствуют и сами застройщики. В своих проектах они сразу предусматривают нежилые помещения для устройства детских садов.
К концу года администрация планирует выкупить 5 подобных объектов. Всего в дошкольных учреждениях появится порядка 1700 новых мест для малышей. Наталья Шмухаметова, Илья Капелин, Урал 1. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой прямо сейчас. Новую школу в микрорайоне Академ Риверсайд не успеют сдать к 1 сентября. Детям придется начать учебный год в других учреждениях, а потом перевестись по месту жительства. По словам замминистра образования Елены Коузовой, сейчас идет формирование классов, набирается педагогический коллектив. У школы уже есть директор. Работы на объекте сегодня идут ускоренными темпами. Но, кроме строительной готовности, для сдачи в эксплуатацию нужны правоустанавливающие документы и лицензия. Контракт на строительство школы в микрорайоне Академ Риверсайд был заключен в марте прошлого года. Компания «Стройдом» обещала завершить работы к 31 октября 2022 года. Однако губернатор Алексей Текслер потребовал от строителей ускориться. Сгоревшую кровлю в микрорайоне Залесье отремонтируют до 15 декабря. На этой неделе, через полтора месяца после ЧП, на здании начались строительные работы. Дом серьезно пострадал после пожара. В него ударила молния. Кровля вспыхнула, как бумага, а квартира затопила в процессе тушения огнем. С конца июня дом стоял под полиэтиленовой пленкой. Проектная документация на устройство скатной крыши из металлочерепицы была разработана лишь месяц спустя. Однако собственники с ней не согласны, и они хотят провести строительную экспертизу состояния плит чердачного перекрытия. По мнению жильцов, перед ремонтом их нужно усилить. Помещения оборонного завода «Прибор» не заинтересовали потенциальных покупателей. На аукцион были выставлены инженерные и механосборочные корпуса с земельным участком и коммуникациями. Начальная цена первого – 140 миллионов рублей, за второй просили 110 миллионов. Но в аукционах на повышение никто не захотел участвовать, даже несмотря на выгодное расположение зданий в самом центре Северо-Запада. Продать часть имущества на «Приборе» решили, чтобы погасить долги перед налоговой службой, а это 500 000 000 рублей. В начале этого года суд прекратил дело о банкротстве предприятий. Предприятие заключило с ФНС мировое соглашение. Погасить долги «Прибор» обязан в течение 3 лет. День города в обмен на прививки. Мэр Копейска решил подстегнуть горожан к вакцинации от ковида. Сегодня город «Спутник Челябинска» в аутсайдерах прививочной кампании. Так, за выходные «Спутник Ви» и «Спутник Лайт» здесь получили всего 6 человек. Хотя запасов вакцины в Копейске достаточно. Из-за сложившейся ситуации под угрозой срыва оказались два массовых мероприятия – «День города» и «День шахтера». Они запланированы на 28 и 29 августа. Мэр Андрей Фалейчик заявил, что праздники состоятся, если жители будут активно прививаться от коронавируса. В Челябинском областном суде начался процесс по уголовному делу мужчины, который зарезал жену на глазах у двоих детей. Произошло это на трассе в Саткинском районе в июле прошлого года. В областной суд Александра Алексеева доставили из стационара прямо в больничной пижаме. В лечебном учреждении он находился с весны. Тогда эксперты признали его невменяемым. Перед заседанием журналисты пытались задавать обвиняемому вопросы, но тщетно. Общался он исключительно с сопровождающим его медработником. Во время процесса Алексеев, опустив голову, слушал обвинения прокурора, а потом и вовсе заплакал. Нанес находившийся на заднем пассажирском сиденье указанного автомобиля Алексеева клинком ножа не менее 7 ударов в область туловища. Не менее 3 ударов в область шеи, не менее 4 ударов по левой руке. Убийство произошло 29 июля 2020 года в Саткинском районе на трассе. Жена подсудимого Оксана пыталась убежать, но Алексеев догнал и добил ее. При этом на крики своих дочерей 2-4 лет никак не реагировал. На суде родственники погибшей рассказали, в семье часто возникали конфликты. Мужчина подозревал супругу в изменах и избивал, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты пришли к выводу, что его ревность к жене была патологической и развилась на фоне параноидальной шизофрении. О лишении свободы в таком случае речи не идет. Назначить подсудимому могут лишь принудительное лечение. Следующее судебное заседание назначено на 18 июля. Все это время обвиняемый будет находиться под присмотром врачей. В Копейске открыли мемориал Диме Новоселову, спасшему 2 детей ценой собственной жизни. Заслуженный и ответственный проект решил взяться единственный скульптор. Сергей Коновалов учел все нюансы и пожелания родителей Димы. Мальчику сегодня исполнилось бы 16 лет. Родные друзьям до сих пор не могут поверить в то, что его больше нет. Подробности в следующем сюжете. Thank you.
родные, близкие, друзья и даже незнакомые люди. Те, кто когда-то узнал о мужественном поступке Димы, пришли сегодня разделить с родителями важное событие – открытие мемориала памяти сыну и герою. Над ним около 2 лет работал скульптор Сергей Коновалов. За сложный проект решил взяться только он. Камни были нестандартные. Обычно у нас обрабатывают в области 2 метра 10 сантиметров, а тут было 2,75. То есть и величина была большая, и камней таких было сложно найти в области. Трагедия произошла 24 мая 2019 года. 13-летний Дима Новоселов утонул, помогая выбраться из воды бывшего угольного карьера 2 мальчишкам. За неделю до страшных событий сын рассказал отцу о сне, который не давал ему покоя. Он кого-то спасает с воды. Ну, и тогда, конечно, ну, может быть, не с такой серьезностью как бы к этому отнесся. Да. Но все равно мы с ним об этом поговорили, что я ему сказал, что смысла бросаться, ну, как бы спасать человека без жилета, ну, как бы это равносильно, что самоубийству даже спасателю. Родные друзья Димы рассуждают, разве мог по-другому поступить мальчишка, мечтавший пойти по стопам отца и стать военным летчиком. Дух воина, защитника, спасителя не оставил выбора. Мы благодарим всех, кто принимал участие в этом, кто помог нам это все сделать. Получилось так, как мы даже... Я не верила, что получится так, как сделал вот на проекте все было, как на картинке. В общем, сейчас все прям один в один. Дима занимался в военно-спортивном клубе, состоял в юнармии. Был активным и отзывчивым, вспоминают друзья. Тренировки, соревнования, походы – так он шел к своей мечте. На фотографии с выпускного мы стоим на школьном крыльце, где висит его монумент. И случайно получилось, что... На этой фотографии мы так не делали, это вышло случайно. Для этого монумента как бы было место между нами. Сотрудники благотворительного фонда установили также памятную доску на входе в 48-ю школу, где Дима учился. А также осуществили его авторский проект школьной велопарковки, тем самым увековечив память героя. Инна Левушина, Валентина Яковлева, Александр Рязанцев, Урал-1. Челябинка Арлана Раймбекова состригла волосы, чтобы помочь онкобольным детям. 8-летняя девочка решила, что из них необходимо изготовить парик пациенту, который прошел курс химиотерапии. Шикарную шевелюру ждут в английской волонтерской организации. Историю о маленькой девочке с благородным сердцем расскажем прямо сейчас. Это чтобы для детей мне главное, не для себя. 8-летняя Арлана Раймбековой новая прическа. Парикмахер состриг по максимуму, как клиентка и попросила. На днях девочка увидела программу об онкобольных детях и спросила у мамы, почему у них нет волос. Валентина, волонтер со стажем, объяснила, а затем вместе с дочкой почитали о болезни в интернете. Слова химиотерапия, лейкоз, ремиссия пополнили словарный запас ребенка. Я, когда это увидела, я решила им помочь. Жалко тебе было волосы отрезать? Да. А почему ты это сделала? Ну, ради детей мне ничего не жалко. Мама Валентина в Челябинске пыталась найти постижеров, которые специализируются именно на изготовлении париков для онкобольных детей. Оказалось, таких нет даже в регионе, ближайшие в Москве и Санкт-Петербурге. А потом обнаружила в соцсетях страничку благотворительной организации, волонтеры которой уже несколько лет занимаются именно этим. Теперь шикарная коса полетит в Англию. Конечно, это очень благородный поступок с ее стороны. Вот. Потому что ее волосы, они быстро отрастут. У нее очень хороший тип волос. Вот. А другим деткам каким-то это будет очень большая радость сделать из этих волосиков парички. Учредители благотворительной организации в течение месяца обещали изготовить парик и выслать маленькой благотворительнице фотоотчет. А Арлана поставила себе цель в течение 3 лет ходить с коры и сотрудничать с волонтерами. Тем более, что после поста в соцсетях на личной страничке мамы нашлись дети, которые мечтают о том же, о чем и Арлана. Дочка предлагала, давай, говорит, пожертвуем волосы вот для маленьких малышей, что для больных. И получилось так, что я сначала не знала, где искать, ей отказывала. А потом уже, когда подстриглись, сохранили волосы и нашла случайно в Инстаграме, вот высветилась. И вот потом уже начала искать.
И нашла. А теперь история одной маленькой девочки, которая пожертвовала роскошную косу на парике больным пациентам, выросла в общее благое дело. Маме Орланы свои косы несут такие же маленькие, но великодушные дети, чтобы подарить тем, кто в этом очень нуждается, радость и подкрепить веру в выздоровление. Инна Львошина, Валентина Яковлева, Александр Рязанцев, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей, новости одной строкой прямо сейчас. Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина получит орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Приказ о награждении призеров и чемпионов Олимпиады подписал президент Владимир Путин. Из Токио 24-летняя воспитанница Челябинской спортшколы «Корё» привезла на родину серебро. Кроме нее в списке награжденных еще два воспитанника челябинских спортшкол. Это баскетболист Кирилл Писклов и волейболист Виктор Полетаев. На Олимпиаде они представляли другие регионы, а также завоевали серебряные медали. Челябинцы будут получать отчеты об оказанных услугах по полису ОМС на портале госуслуг. Информация придет автоматически, если человек согласится с рассылкой или же по запросу. Сейчас проект приказа Минздрава проходит общественное обсуждение. В личном кабинете пациент может узнать, каких врачей он посетил, какие обследования прошел, сколько за это денег выделено медучреждению из средств фонда ОМС. Если список услуг в отчете окажется недействительным, об этом можно будет сообщить ответным письмом через портал госуслуг. Это станет основанием для проверки медицинской организации. Хребет Нургуш в нацпарке Зюраткуль закрыли для свободного посещения. Теперь путешественникам понадобится специальное разрешение, как одиночкам, так и организованным группам. Зарегистрироваться можно по электронной почте управления нацпарка, указав данные наставника и туристов, контактный телефон, дату, время и место выхода на маршрут, а также примерное время прибытия. Сделать это нужно за неделю до похода, а затем убедиться, что регистрация получена. Путешественников без этой бумаги будет выявлять полиция. Столь жесткие меры связаны с тем, что хребет Нургуш входит в особо охраняемую зону парка Зюраткуль. На агровыставке в Челябинске можно будет привить питомцев от ковида. Она пройдет с 19 по 21 августа около ледовой арены «Трактор». Традиционно горожане смогут посмотреть на достижения аграриев и по доступным ценам пополнить свои закрома. Самой зрелищной частью, особенно для детей, станет выставка сельскохозяйственных животных – коров, коней, кроликов, ослов и коз. На верблюде и вовсе можно будет прокатиться верхом. На трех стендах пройдут бесплатные ветеринарные консультации. Здесь также можно будет привить домашних питомцев от ковида специальной вакциной. До 20 августа челябинцы могут увидеть в небе метеоритный поток Персеиды. Пик активности начнется в ближайшее время. Фотографы, астрономы и любители уже готовятся заснять звездное шоу. Как выбрать подходящее место для наблюдений и нужна ли для этого специальная техника, расскажет наш корреспондент. В рабочее время Антон профессионально фотографирует гостиницы, заводы и клиники, а на досуге любуется звездным небом. Он учился на геолога. Тогда же и увлекся астрономией. Неоднократно выезжал на ночные съемки. Сейчас появился еще один повод для фотоохоты – метеорный поток Персеиды. Конкретно этот метеорный поток интересен тем, что он один из самых ярких, один из самых интенсивных, и он проходит в очень удобное, скажем так, для наблюдения время. Это середина августа. У нас уже ночи довольно длинные, довольно темные, но при этом всем они еще относительно теплые. Вопреки распространенным стереотипам, этот поток никак не сказывается на метеозависимых людях, а вероятность падения осколков на Землю сводится к нулю. Они сгорают еще в верхних слоях атмосферы. Наблюдать за звездным шоу просто, а главное – безопасно. Для того, чтобы наблюдать метеорный поток, не нужно никакой техники. Очень многие почему-то думают, что для того, чтобы заниматься астрономией любительской, нужно сразу купить большой телескоп, нужно сразу же обвеситься дорогим и классным оборудованием. Нет, для того, чтобы наблюдать метеорный поток, не нужно ничего, кроме немножечко старания, отъехать за город и смотреть, любоваться. По словам Антона, метеорный поток можно наблюдать даже с балкона, если повезет. Но лучше отдалиться от городского освещения. Найти подходящее место поможет сайт, показывающий уровень засветки. Чем темнее небо, тем лучше. Если все же хочется сфотографировать момент падения метеоров, то стоит подготовиться заранее. Для того, чтобы сфотографировать метеорный поток, вам нужен либо фотоаппарат хороший с широкоугольным объективом, это очень важно, либо современный телефон, мощный, и тоже крайне желательно, чтобы у него был широкоугольный объектив. И штатив, конечно, что для того, что для другого. Мы выставляем длинную выдержку, 30 секунд, 20 секунд, насколько уж позволяет ваша техника.
Важно, чтобы фотоаппарат или телефон устойчиво стоял на штативе и не двигался. Найти наиболее интересные участки звездного неба помогут специализированные приложения. Простой алгоритм подготовки позволит увидеть или запечатлеть эффектный метеорный поток Персеиды. Пик активности наступит между 12 и 13 августа. Иван Наконечный, Виктор Щелков, Урал-1. Челябинские спортсмены отправились тренироваться в совершенно неожиданные места. На остановке общественного транспорта жонглировали гирями, а в подземном переходе фехтовали. С чем связан столь необычный выбор локации, расскажем. Сегодня Оксана Степанова тренируется в непривычном для нее месте – на остановке общественного транспорта в центре города. Мастер спорта международного класса жонглирует 8-килограммовой гирей. Прохожие с удивлением наблюдают. Ну, на самом деле восторг, а когда я уронила гирю, все поняли, что она не пластмассовая, а железная. Тут сразу было удивление такое, что как можно махать такой гирей легко и просто. Свои тренировки на улице Южноуральской столицы перенесли другие спортсмены. В пешеходном переходе фехтование, на Кировке художественная гимнастика и брейк-данс. Такую масштабную акцию устроили в честь Дня физкультурника. Мы отказались от привычной формы, как мы это делали, но чтобы все-таки показать, что у нас отрасль спорта есть, и у нас профессиональный праздник тоже есть, мы решили сделать такие локации в непривычных местах как для жителей города, так и для самих спортсменов. Спорт в Челябинске не только поддерживают, но и активно развивают. В городе открыто 48 профильных школ, в которых занимается более 30 тысяч детей. Записаться на бесплатные занятия может каждый. Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Вы смотрели городские новости Челябинск в деталях. Я же с вами прощаюсь. До встречи на Урал-1. Одежда ведущих предоставлена салоном «Манго Мэн».